24 июня прошла четвертая встреча светского салона, уже хорошо известного одесситам своими замечательными, необычными мероприятиями. Как всегда, интересные гости, прекрасная программа и множество приятных сюрпризов для тех, кто решил провести этот вечер в необыкновенной атмосфере светского салона. Это у нас четвертая встреча. Нас гостеприимно принимает ресторан «Александровский», который находится в центре нашей Южной Пальмиры, объединившая в себе культуру поэтов, писателей, врачей, жуликов. Когда-то в свое время зачастую их объединяла одна коммунальная квартира, и это, в общем-то, ни для кого не секрет. Сегодня мы будем своих гостей радовать культурной программой, потрясающие номера. Я думаю, что за сегодня вечер мы еще более поднимем культурную насыщенность нашего города, привнесем свою определенную лепту, именно определенную, в отношении самой культуры. Ну, и мне кажется, и мне хочется надеяться, что достигнем какого-то определенного уровня. Следующая встреча состоится в сентябре. Это как анонс, где нас также ждут хорошие, потрясающие номера и встречи. Эта встреча была посвящена Александру Сергеевичу Пушкину, который жил и творил в нашем городе 13 месяцев. И в этот вечер главный герой также присутствовал. Поэзия, музыка, театральное искусство и даже юмор. Организаторам удалось совместить творчество самых разных талантливых людей в необыкновенно интересную программу. Солист оперы Одесского национального академического театра оперы и балета, профессор кафедры сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой, народный артист Украины Василий Навроцкий исполнил арию «Алека» из оперы Рахманинова «Алека». И все тогда я забывал, когда речами ее внимал, и как безумных целовал ее чарующие очи, как чудных братьев мне ночи. Программа была очень разнообразной. Классическая музыка, актерское мастерство, поэзия и, конечно, юмор. Напомнить гостям, что они таки в Одессе, а здесь обязательно нужно улыбаться, взялись замечательные ребята из команды Одесской лиги смеха сборной имени Брамса. А публика аплодировала, смеялась и, несомненно, наслаждалась этим вечером. Самое главное, что это клуб, Golden Club, как они называются, они попытаются, как называется, устроить опять жизнь, которая была здесь давно. Прекрасный культурный город. Вы любители музыки, вы любители искусства, вы любители танцев, вы любите шутки. Это самое главное, потому что у вас прекрасный юмор. Без этого, по-моему, Одесса не может жить. И, по-моему, поэтому гость приезжает. Я рад, конечно, уже я видел, что они приготовят. Почти я встретился с Пушкиным. Да, это очень интересно для меня. Не только в книге, а вот по-настоящему. Кстати, с самим Александром Сергеевичем Пушкиным и графиней Воронцовой гостям посчастливилось познакомиться благодаря замечательным актерам, заслуженным артистам Украины Сергею Полякову и Ирине Надеждиной. Еще одним изысканным музыкальным подарком для гостей стало выступление одного из самых ярких солистов Европы и Америки – скрипача, композитора Станислава Пронина. Ну, я к Одессе не могу быть объективен, потому что у меня все-таки мой первый учитель, мой дедушка, он из Одессы. Я здесь очень много времени проводил в детстве, поэтому мне просто здесь очень приятно и хорошо, у меня здесь есть семья. Я очень рад находиться в светском салоне, в этой компании, атмосфере, попить вкусное вино и поиграть заодно.